В полицию обратились сотрудники склада одной из строительных фирм с заявлением о краже электроинструмента. Сотрудниками полиции в ходе просмотра видеозаписи с камер наблюдения установлено, что неизвестный мужчина, используя металлический прут, вскрыл двери склада, откуда похищал электроинструменты и перекидывал их через забор, где их подбирал второй неизвестный. Материальный ущерб составил более 153 тысяч рублей. По горячим следам сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое жителей областного центра 38 и 23 лет. Ранее они привлекались к уголовной ответственности. Злоумышленники намеревались продать похищенное имущество. Все электроинструменты были изъяты и возвращены законовладельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.